Южная Пальмира, исторический центр города, Канатная 7. Ночную тишину в этом типичном одесском дворе нарушили сирены пожарных машин. На третьем этаже столетнего дома из окон валил дым, языки пламени. По двору и парадным бегали спасатели и будили спящих людей. Они бегали тут по всем этажам, то есть они в каждую квартиру спрашивали, как на чердак попасть, потому что не ориентируясь, у нас все чердаки закрыты, кроме одного открыты. И через него, получается, на все чердаки, то есть вплоть до отсюда и туда аж прям. Быстро справившись с пламенем на территории одной квартиры, МЧСники не дали пожару распространиться на весь дом. Однако спасти людей, которые были внутри, пожарные, увы, уже не сумели. На месте происшествия были найдены два мужских тела. Был подан один огнетушащий ствол на тушение. В ходе тушения пожара было обнаружено по месту вызова два трупа. Задействовались газовая служба, наряд милиции. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Тела очень сильно пострадали, правоохранители пытаются установить возраст и личности погибших. По словам соседей, это, скорее всего, бездомные. Мол, владелец сгоревшей жилплощади злоупотреблял спиртным, а недавно выехал из квартиры, предварительно впустив туда своих собутыльников. Мать умерла в декабре месяце, а этого парня забрал дядя. А сюда пришли бомжи, он их сам привел. И поселил на третьем этаже. Тут соседи забили дверь. Они туда, значит, не могли проникнуть. Лазили через окно. Руслан Смещук, Константин Блужневский, телекомпания АТВ.